Радио Кировград. Союз нерушимый. Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый». Сегодня ведут передачу Ильнур Гусейнов. Владимир Сметанин. Приветствуем вас, желаем вам хорошей пятницы. Сегодня у нас интересная передача ожидается. Гости, причем один из гостей издалека к нам приехал. Мы сейчас долго очень так, правильно да, хотели сформулировать, как же все-таки его представлять. Тут в процессе выяснялось, что еще нужно еще одну представку к имени сделать. Еще одну. Ну, давайте все, обо всем по порядку. Сиит Анар Мусави Ленкерани, теолог. Добрый день, приветствуем вас. Салам алейкум. Алейка, салам ва рахма. Да, приехал к нам из Ирана, да, непосредственно общаться с людьми, с мусульманами, которые здесь живут. И это общение, эти встречи как посвящены теории, да, ислама, то есть то, что повторяется. Ну, по профессии он теолог, да, ученый. Из раза в раз, да. И еще один наш гость, Рагиб Мамедов, руководитель религиозной организации мусульман-шиитов Кировской области. Добрый день, добрый день, приветствуем день. Вас. Да. О вашей работе, о вашей деятельности сегодня хотим поговорить. Конкретный у нас повод для встречи – это день поминовения у мусульман-шиитов. Да? Это очень важно тут уточнить. Ну, можно тут как бы не сказать день именно у шиитов. День такой он для, конечно, шиитов трагический день, а также с этим днем много связано. Я думаю, что об этом наш ученый, теолог расскажет. Как мы будем общаться? Кто нам будет помогать? Понимать друг друга. Я поможем. Вот нашим слушателям хочу заранее поблагодарить за то, что они переключились на наш радиостанцию, на наш эфир. Они не выключались. Они не выключались, конечно, я уверен в этом. А также поблагодарить хотел, конечно, Сиида Анара Мусави Ленкерани за то, что он принял наше приглашение присутствовать в нашем эфире и нашем любимой программе нами, «Союз нерушимый». Я думаю, что он расскажет, конечно, он этнический азербайджанец, владеет арабским, персидским, азербайджанским языком, но с русским языком у него, конечно, немножко хромает, но все учится, впереди, все впереди еще. По мере возможности я постараюсь, и Хаджи Рагиб, священные аяты Корана постараются переводом наших слушателей, скажем так, донести до них. Ну что, давайте сосредоточимся на том, что же такое, что же такая дата, как Ашура, значит, для мусульман. Рагиб, с вас начнем? Да. Я думаю, с ученого. С ученого все-таки, да. Да, Ашура надо, Мухаррам надо. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين أما بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Так не торопитесь, нам нужно еще и понимать, да, Рагиб, пожалуйста, помогайте. Начинаю с имени Аллаха и приветствую имама Хусейна, приветствую его Али ибн Хусейна, его сына, приветствую его подвижников и соответствую его все спутников. А также всех людей, кто живет, проживает в мире, приветствую. Махаррам айы аза айыдыр, ки бу айда пейгамбар исламын овлады имам Хусейн алейхиссаламын аза айыдыр, шахадат айыдыр. Ва бу ай мунасибатиле bütün dünya müsəlmanlarını, məxsusən əhl-i-beyt sevər insanları və İmam-ı Zaman ağamız, sahibimiz İmam-ı Zaman Əccəlallah Fərəcəhü-Şərifi və təsliyyət ərz edirəm. Я это всех мусульманов с этим месяцем Мухаррамом, который этот Мухаррам месяц называется имам Хусейна, смерти мученической гибели имам Хусейна, всех мусульманинов сочувствую и соболезную всем мусульманинам в мире. И в том числе в голове имам Замана, имам Времени, 12-го имама, имам Махди, алейхиссалама. Которого она ожидает, все мусульмане в мире. Мухаррам айы барәсендә onu дия билерик ки, чүн билдиğimiz кими, умумиятле 3 тәкъвим мәвҗуддур.
Birinci takvim milat takvimidir. Да, пожалуйста. Дорогие. Мы знаем, что в мире существует три календаря. Лунный календарь, лунный, солнечный календарь, еще наш календарь, который 2017 год. Угу. От Рождества Христова. Рождества Христова. А тот, который лунный календарь, у нас 1439 год. Мусульманский календарь. Да, мусульманский, который сейчас, сегодня 15-й Мухаррам. Угу. Yani 3 takvim mevcuttur. Bu 3 takvimin birincisi milat takvimidir ki Hazreti İsa peygamberin anadan dünyaya gelmesi gününden götürülür ve это календарь у нас мы берём его с Рождества Иисуса, который Иса алейхиссалам в Коране называется его с его рождения. Да, с его рождения. Ve ikinci takvim Хиджри камари таквимидир. Второй это календарь, который хиджри камари, это лунный календарь. Ва учунчу таквим иса хиджри шамси таквимидир. Третий календарь, который солнечный календарь считается. Махаррам айы бу үш таквимден бирине айиддир. Яни хиджри камари таквиминин илик айыдыр. Это Мухаррам считается из одних календарей, который лунный календарь. Это первый месяц Мухаррама, который и первый месяц Мухаррама 1438 перешел на 1439. Получается, начало года. Да, начало года. Первый месяц года. Как у нас Новый год? Да, да. Наконец-то мы озвучили. Это было главное, это, собственно, Новый год. Начало Нового года. Начало Нового года. Это вот как раз сейчас происходит. Сейчас происходит. Бу Махаррам айы дедиштә, Махаррам айының барысында истиярдым ки, Куран-ы Кәримин 114 сүрәсеннән бири олан Тәүбә сүрәсенин 36. ayəsində Allah Teala belə buyurur. Kur'an-ı Sure Tövbe Allah Tebaraka ve Teala tak пишет, так доносит до нашего сведения, да. İnne iddete'ş-şuhur indallah isna aşara şahran fi kitabillahi yevme halaka's-semavati vel-arz minha arba'atun hurumun. Yani Allah Teala bu ayet-i şerifede buyurur ki Allah yanında günlerin, ayların sayı 12'dir. В этом аяте Аллах доносит до нашего сведения, чтобы это годы 12 месяцев есть. Ve Allah'ın kitabında göğleri ve yeri yarattığı günden sabit ve gerçektir. Ve onlardan dördü, dört ay vardır ki haram aylardan sayılır. İzzet-i divinasat mesaj, есть четыре месяца, которые харам. То, что такое харам, в этих месяцах нельзя сооружаться, нельзя воевать и так далее. Вот в эти четыре месяца нельзя... Абсолютно мирные такие. Да, мирные месяцы, которые... Месяца. Из них один, это мухаррам. Bu haram dedikte burada yani bu aylarda bu ayların hürmetin hatta biz baksak cahiliyet dövründe olan insanlar bile bu ayın hürmetini saklamışlar. Bu aylar dört aylardır ki Zilgade ayı, Zilhicce ayı ve Muharrem ve Recep ayıdır. Который в этот месяц Мухаррама мы все должны уважать, даже уважали до нашего пророка салаватуллаха, который они неправильно жили. Вот. И из них, из четырех месяцев, это Мухаррам, Зильхиджа, Зильгада и Раджаб месяц. Вот это четыре месяца, которые считаются харам. Так, а если сейчас привязать вот к нашему календарю, то сейчас Мухаррам? Да, сейчас Мухаррам. Сейчас Мухаррам. Да. И затем пойдут вот упомянутые уже месяцы. Да. В этих месяцах, я так понимаю, что нельзя воевать, нельзя ругаться, все верно, жить в мире, доброте, взаимопонимании. Вот. И пророк, салаватуллах, нам сказал, что вы должны жить в этом месяце, дружно, никого не обижать, как сказать, не вооружаться, не воевать. Не только между собой, но и вообще все люди. Мы сейчас посмотрим, и до нашей сведения поведет это на Муса Вилян Кораны, как после пророка салаватуллах случилось. Что случилось? Yani bu ayda hatta cahil arablar bile bu ayın ihtiramını saklamışlar, hürmetini saklamışlar. Bu ayda hatta biri diğerinin eğer atasını öldürseydi bile onlar cahil oldukları halde bile onlar biri diğerinin kanını tökmezdiler. Da proroka salavatullah mergi yemu yevsemi
если кто-то даже кого-то, кого отца или брата убил, они даже за это, ну, кровь же, как в исламе говорят, они за это, месть. Да, они даже в этом месте никому не трогали даже. Вот. Eğer İmam Rıza Aleyhisselam'ın hadisine nazar eylesek, hadislerde gelip ki Rayyan İbni Şebib adında bir nefer 8. imamımız olan Ali İbni Musa Rıza Aleyhisselam'ın yanına gelir ve İmam Rıza Aleyhisselam ona Muharrem ayının fazileti barasında böyle buyurur. Который вот у нас восьмой имам, ушиита восьмой имам, İmam Rıza Aleyhisselam, один Райян ибн Шабиб приходит имам Рза алейхиссалам и спрашивает, какие в этом месте Мухаррама, какой хороший день, вот допустим. Вот. Какой хороший день? Да, да. Какие хорошие деяния, которые Мухаррама? Да, что можно сделать, чтобы у Аллаха что-то заработало как-то? Саваф заработал. Саваф это значит прощение. Да. قال دخلت علي الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم diyor ki ben Muharrem ayının birinci günü İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanına dahil oldum. Говорит, я первый день Мухаррама зашел имам Рза алейхиссалам, восьмому имаму, и спросил. فقال имам Рза алейхиссалам буйурду. Я бне шабиб, асаиму анта. Эй, Шабибин оглу, сен де оруч тутмусан мы? Который я когда спросил, имам Рза алейхиссалам ответил мне, это первый день Мухаррам, ты тоже пост держал в этот день? Факульту ла. Нет, Шабибин оглу дир ки хейр. Нет, нет. Факала, инна хада льом хува льом ллади даа фихи Закария алейхиссалам раббихи азза ваджал. Buyurur ki İmam Rıza Aleyhisselam buyurur bugün yani Muharrem ayının birinci günü o gündür ki bu günde Hazreti Zekeriya peygamber öz Rabbine böyle dua etti. Это первый день Мухаррам тот день, который Закария был пророком Закария и дуа сделал своему Раббу, своему Аллаху. Какие дуа? فقال ربي حب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. بلا دعاء تدديك إلهي منا پاچ و جزل اولاد اتاعت حقيقة سن بندلرنين دعالارن قبول ادن سن. Такой дуай сделал, что эй раб, дай мне такой святой хороший ребенок, чтобы, потому что ты послушный Аллах. Нет, получается, да. Он дуа сделал и просит у Аллаха, да. Ребенка. Да, ребенка просит за хорошего наследника. Да, наследника, чтобы, да, наследника просит. Фастаджаба Аллах леху ва амара аль-малаика фанадат Закария ва хуа каим юсалли фил махраб. Инна Аллаха юбаширука би Яхья. Hazreti Yahya peygamberin duasını Allah Teala kabul etti. Bu ayda kabul etti ve öz melaikesine buyurdu ki ona Hazreti Yahya'nın müjdesini ona haber ver. И Аллах принял у Закария, пророка Закария дуа, и что молитву. Сказал, да, молитву принял и сказал, чтобы своему ангелу отдай вот то, что просит Закария. Дай ему сына. فمن سام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب الله لزكريا. Buyurur ki bu ayda herkes bu ayda oruç tutsa ve Allah'a dua etse ve Allah'tan istese Allah Teala onun duasını kabul eder. Nece ki Hazreti Zekeriya'nın duasını kabul ettiği kimi. Вот İmam Rıza Aleyhisselam говорит, то что Allah принял у Закария дуа, молитву принял и Закарию отдал сына Яхья, который тоже был пророком. Яхья. И если кто будет просить у Аллаха, будет сделать дуа, молитву, Аллах принял у него. Ve aynı zamanda buradan böyle netice çıkarılır ki bu ay zikir ayıdır.
И можно такой повод прийти, чтобы это месяц, месяц зикры, месяц молитвы, месяц туа. Месяц молитвы? Да, месяц молитвы, да. О чем молитва? Молитву у Аллаха просить. Да, просить. Все что угодно, ну как обычно человек просит, там, счастье, здоровье, счастье, здоровье, прощение грехов. То есть обычные такие человеческие получается, желания. Я так понимаю, да. В этом месяце кто будет делать как бы, молитву да. В церкви, в мечети. Угу. В этом месяце у Аллаха все двери открыты, угу. И он всепрощающий, и принимает все молитвы. Угу. А пророк вот Закарья как раз вот эти дуа сделал, молитву сделал, Аллах и ему Аллах дал сына. Захарьяху, получается, пророк Захарьяху, да. Закарья, это да. Пророк Захарьяху. Да. Yani hadis çok uzun hadis olduğu için ben istiyorum ki onun bazı noktalarını beyan edeyim. Yine de imam Şabib'in oğluna dedi ki bu bir aydır ki Muharrem ayı bir aydır ki bu ayda cahil Arablar bile zulüm ve katilinden işleri olmaz. Вот это говорит это хадис очень длинный, не все я вам расскажу, но имам Разали Салам сказал Шабибу, чтобы это который и арабы, то пророка, салаватуллаха, не узнали Аллаха, не узнали пророка, они и то в этом месяце никого не убили. Bu ayın hürmetine hatir hatta katil hadiseleri de böyle onlara karşı töredilseydi onlar ona cevap vermezdiler. Они даже на смерть его не отвечали вот это месяц, это Muharram который. Ama peygamberin ümmeti onun evladını bu ayda şehit ettiler. Который вот уммат пророка, салаватуллаха, уммат, они считаются уммат. Вот они убили пророка сына, считается умма сына. Это наследники. Да, наследника, наследника пророка Мухаммада, наследника убили, имам Хусейна убили. Вот это месяц. Ve kadınlarını esir götürdüler. Взяли на плен женщины, имам. Ve mallarını gâret ettiler. У них то, что было, они все это забрали. Ve imam buyurur fela gafarallahu lehum zalike abada. Allah Teala da hiç vakit onları bağışlamayacaktır. И Аллах их никогда не простит, которые они сделали внуку пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. За что нарушили. Да. Вот еще вам скажу, чтобы вот этот Мухаррам, это месяц Харам считается, и день Ашура, который мы будем рассказывать об этом. Вот день Ашура считается 10-й день Мухаррама. Это 10-й день, это Ашура, это Ашара. Слово Ашара, это арабское слово, это считается 10. Да, ага. А если сопоставить с нашим календарем, да. Это примерно какие числа? Это был, который у нас... Конец сентября? Нет. Получается. Вот это... Они каждый день, каждый год меняется. 10 дней идет. Ну, сдвигается. Да, сдвигается 10 дней, да. Bu ayın barisinde bunu da diyebilirim ki bu ayda yani şehitlerin serveri, şehitler ağası İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehit olduğu aydır. Еще можно сказать, чтобы в этот месяц глава шахидов, как сказать, ağayı şahidi İmam Hüseyin'i убили, который. Muharrem ayı imanın baharıdır. Muharrem это у имана, у верующих считается весна. Весна и у верующих, да. Это Мухаррам. Мухаррам айы шахадатин бахарыдыр. Это Мухаррам считается у шахадата, весна шахадата, который ради Аллаха умирает. Вот это считается шахадат. Bu ay Allah'ın velisinin ve Allah'ın yer üzerinde olan rehberinin rehberiyle ünsiyet ayıdır. Это месяц с Аллахом, как сказать, сделать дуа Аллаху и пророку салаватуллаху, вот это месяц для них. Все двери открыты, да, все двери открыты для того, чтобы молиться, да, просить. Yani her bir insanın özünün rehberi vardır. Necə ki Qur'an-ı Kerim beyan edir ki Allahu veliyyüllezine amenu
Мؤминлерин рахбари Аллахтыр. Который у всех есть, как сказать, руководители, у всех, у верующих руководитель считается Аллах. Ve diğerlerinin de rehberleri vardır. Onların rehberi şeytandır. А у других есть, которые не верующих есть, других есть руководитель. У них есть руководитель шейтан. Шейтан. Ve не веришь, ты значит. Ve на темной стороне. Ve şeytan olduğu halde evliyaları ise tağuttur. Yani zulmedenlerdir. А которые верят шайтану, вот у них есть, который... У тебя, так понимаю, постоянно они зло делают. Да, зло делают, которые, да. И пытаются друг другом людей там травить. Да, 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 все верно. Вот у них такие деяния, поступки. Очасин, чей рахбари Аллах тыса, темали очасин, очас, Аллахун овлиялары иле алагаси вардыр. У кого руководитель Аллаха, они будут сотоварищит пророкам, салаватуллахам, и его семьей, как вот так. И жить всегда в мире, дружбе. Да. Пас имам Хусейн, алейхиссалам, да, илахи овлиялардан сайлыр. Имам Хусейн, давай сейчас... Вабали Юллах. Давай сейчас поговорим, кто имам Хусейн. Давайте. Давайте. Вот имам Хусейн... Я так понимаю, немаловажная личность в нашей беседе. Скажу, чтобы имам Хусейн читает, вот пророка салаватуллах сыновья не было, но были они умерли в детстве, и Аллах так захотел. А то, что имам Хусейн отдал Аллах, имам Хусейн внук читается пророка салаватуллаха, дочка имам Хусейн это Фатима Захры, а Фатима Захры пророк салаватуллах отдал замуж Хазрат Али. Али Абу Талиб. А из них вот родился Хасан. Первый сын, потом Хусейн родился. Хасан Хусейн это читается пророку потомство пророка салават Аллаха. Почему? Некоторые говорят, что это не потомство пророка салават Аллаха, потому что это от дочери не идет потомство. А не так. А Коран говорит, нет, идет. Коран есть сура, это аят такой, чтобы вот Иисус потомство Ибрахима. А какое потомство? У Иисуса не был отец, только мать была. А читается, значит, и имам Хусейн тоже так же читается потомство пророка салаватуллаха. И когда имам Хусейн родился, его привели пророка салаватуллаха, сказали, я Расулуллах, я вот возрождение перенесли к пророку, чтобы тот выбрал для него имя. Посланник Аллах сказал, я не буду опережать Господа в выборе. Имя для этого ребенка выберет Господь. Вскоре ему явился Джабраиль и сказал, место Али рядом с тобой, как место Харуна рядом с Мусой, так дай сыну Али то имя, которое звали сына Харуна. Мухаммад спросил, а как звали сына Харуна? Джабраиль ответил, Шабир. Шабир. А как будет по-арабскому? Он сказал, по-арабскому будет Хусейн. Вот назвали его Хусейна. И когда Асма, еще одну скажу, Асма, служенка в доме Фатимы Захры и Али, принесли новорожденную пророку, когда пророк взял его, увидел ребенка и плакал, начал плакать. О Господь, прокляни его убийцу. Асма насилила его пророка второй раз, то же самое. А потом Асма спросил пророка, ты плакали сегодня и в первый день, да будут мои родители жертвы за тебя. Скажи, почему ты заплакал? А пророк ответил, я плачу из-за внука своего, которого убьют тираны из племени Умайядов. Да, проклянет их Аллах. Вот. Пророк заранее уже знал, заранее что Хусейна убьют, да, именно месяц Мухаррам. Месяц Мухаррам, и за это плакал. Yani, bela olduğu halde... Так, простите, может мы прервемся, все-таки у нас середина часа, давайте, давайте сделаем небольшую давайте. Паузу и продолжим. Давайте. Союз нерушимый. Продолжается наша передача. Эльнур Гусейнов. Владимир Семитанин. Да, мы ведущие сегодняшней передачи. У нас в гостях Рагиб Мамедов, руководитель религиозной организации мусульман-шиитов нашего региона. И Сейид Анар Мусави Линкерани, теолог, приехал к нам из Ирана для того, чтобы пообщаться с представителями ислама. И мы сегодня говорим вот об Ашуре. Правильно, да, говорю? Да, все верно. Ашура и о месяце Мухаррам, да. Который сейчас, собственно, у мусульман продолжается. И впереди мы уже проговорили еще. Да. Мухаррам айнын фазилетлери чоктур, ама бу айда билдиğimiz кими пейгамберин оглу, яни баласы, неце ки Аллах Таала Куран-ы Керимде Али Имран суресинин 61-ci аясинде пейгамберин невесини она оглу bilir.
Незачи буйрур факул таалу над у абнаана ва абнаакум ва нисаана ва нисаакум ва анфусана ва анфусакум. Который Коран али суры али Имран, Аллах говорит, что имам Хусейн читает его сыном. Можно про Мухаррама много говорить, мы будем коротко все, потому что время мало. Учитывая то, что времени не много. Ва пейгамбар ислам да буйрур имам Хусейн алейхиссаламу барасинде ки Hüseyin'un minni ve ana min Hüseyin. Hüseyin mendendir, yani benim oğlumdur. Ve ana min Hüseyin, ben de İmam Hüseyin aleyhisselamdan. Bu prorok salavatıyla говорит про İmam Hüseyin'a. Hüseyin от меня, я от Hüseyin'a. Не он мой ки... сын. Да, он мой сын, и я от Хусейна. Почему говорю? Потому что вот за 23 года пророк салаватулла создал, принес нам ислам, и пророку салаватулла отдана была Коран. А если бы не был бы имам Хусейн, тогда ислам бы нам не дошел бы. Его, как сказать... Ну в таком состоянии мы бы не видели ислам. Не видели бы. Ния пейгамбар ислам буйрур ки мен де Хусейнденем. Yani bunun barasinde sizden bir haşiye vuram, bir nokta beyan eliyem ki peygamber İslam buyurur ki men de Hüseyndenem. Yani ne? Bu odur ki yani peygamber dini getirendir. Dini hudusa getirendir, vücuda getirendir. Ama o dini yaşadan İmam Hüseyin aleyhisselamdır. Я хотел сказать, чтобы почему пророк салаватулла говорит, чтобы Хусейн от меня, потому что пророк салаватулла принес нам ислам, а его нам доставил имам Хусейн алейхиссалам. Подвижником ислама был имам Хусейн. Агар биз тарихе бахсак, хазрати Муса пейгамбер да дин гетирмишти, хазрати Иса пейгамбер да дин гетирмишти. Агар онларин имам Хусейни олсайды, онлара назул olan semavi kitablar tehrife yani değişikliğe maruz kalmazdı. Ya хотел бы вот сказать İsa aleyhisselam'a İsa aleyhisselam который мы читаем. Библия. İsa отдана бы Библия и Муса aleyhisselam'a Моисею тоже отдана бы Тора. Если у них был бы тоже как имам Хусейн и у них Библия и Тора не переделали бы. Как был, так и нам достаточно. Новый завет, старый завет. Да, параллели проводим, да. Да. Ну, понятно, да, что представителям других вер, да. Yani zaman geçtikçe onların getirdikleri dini kitablar, yani Allah tarafından nazil olan kitabların, kitablarda kayda kanunlar insanlar tarafından değiştirilmiş oldu. Прошло время, и люди, которые переменили это книгу, Библию и свою сторону, ради своей выгоды, да? Да. Ama İmam Hüseyin aleyhisselamın olması, yani peygamberin dininin saklaması demektir. İmam Hüseyin'e можно сказать, чтобы сохранили ислам. Ona göre İmam Cafer Sadık aleyhisselam buyurur. Zayta İmam Sadık aleyhisselam. El-İslamu nebeviyyül hudus ve Hüseyininyül beka. Yani peygamber İslam dinini hudusa getirdi ama onun saklamağı, o saklamaklık mesuliyeti İmam Hüseyin'in öhdəsində oldu. İmam Sadık aleyhisselam qabar işte ve prorok salavatlardan prinos İslam, a yevo sahranid İmam Hüseyin. Как был, так и сохранил. Без изменений. Bugün bizler Aşura gününü qeyd edirik. Yani Muharrem ayının 10-cu gününə deyirlər Aşura. Aşara sözündəndir. Мы сейчас проводим Aşura, 10-й день Muharrama. Это из слов Aşara, который 10-й день Aşura. Aşura günü o gündür ki peygamberin balası İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadete çatdırılan günüdür. Aşura тот день, который убили мученически убили сына пророка салаватуллаха İmam Hüseyin'e. İmam Hüseyin aleyhisselam kimlerle mübarize apardı? İmam Hüseyin aleyhisselam zalim hakimiyetle mübarize aparırdı. С кем İmam Hüseyin aleyhisselam сражался? Против кому стоял? То есть это война? Война не да, это война была. Вот 72 человека против 30 тысяч человек. Представьте. Yani İmam Hüseyin aleyhisselamın İmam Hüseyin aleyhisselamın vuruşu hakkıyla batıl arasında olan vuruşudur. İmam Hüseyin aleyhisselam сражался между вот честностью и справедливыми людьми.
Они отстаивали свою родную землю? Да. Так получается, так я понимаю, что имам Хусейн, алейхиссалам, с перевода Хаджи Рагиба, был как раз против того государя, который правил тот момент, и против него его пригласили в Кербала, его подвижники. Да? Не пригласили, вот смотри, я вам написали скажу. Написали ему письмо. Почему имам Хусейн вот там с ними воевал? Потому что они имени ислама пришли в халифат. Это был Муавия, сын Муавия, Язид ибн Муавия. Они пришли в халифат и хотели управить исламский халифат. Они все, как сказать, то, что ислам говорит, не пей, они пили. Угу. Спиртного нельзя пить, угу. Они пили. В общем, нарушали, они нарушали ислама и хотели выше ислама стоять. Ага. Вот. Из-за этого, вам Хусейн сказал, это не так нельзя, потому война. Что мой дед принес ислам, не такой ислам принес на мой дед. А, теперь вот. Ясно. Да. Бюджен исламы зорачылыкла, террорла им иттихам эдирлер. Сейчас тоже есть, который обвиняет ислама с террором, с насилием. Ama gelip baksınlar, görsünler ki İslam ümmeti zorakılıkta mehruz kalmış bir imama azadarlık edirler. Сейчас, если посмотрим, даже если будем смотреть, пусть приходит весь мир, посмотрит, чтобы против террора, ислам против террора, и который имам Хусейн против террора воевал. Вот. İmam Hüseyin aleyhisselam zorakılığa mehruz kalıp ve terörle mübarize yapardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam против террора воевал. Против насилия воевал. İslam ümmeti 1000 ilden artıktır ki bu vahşilik ve zorakçılığa itiraz edirler. Yani Aşura günü insanlar bir yere ki cemleşir. İmam Hüseyin'e azadarlığın etmeyliğinin felsefelerinden biri de budur ki insanlar öz itirazlarını teröre karşı bariz şekilde bildirmiş olurlar. Вот, который din Aşura собирается в мусульман шиитов, которые проводят Ашура, и они держат траур за то, что они хотят показать весь миру, что мы против террора. Мы против... Мы мирные, мы хотим мира. Да, мирно, да, все мирно хотим, да. Böyle bir dinin ardıcılarını görəsən, zorakılıqda və terrorla ittiham etmək hansı dərəcədə məntiqə uyğundur? А, который вот этих людей теперь обвиняют в терроре. Как можно? Получается, тысячи лет они сами выходят против террора. Как раз в этот день Ашура собираются, вспоминают имама Хусейна. И как раз там, получается, они выражают таким образом свое недовольствие против насилия. Да, все верно. Ислам дини özü merhametli ve rahimli bir dindir. İmam Hüseyin aleyhisselam da merhamet ve rahmetin tecessümüdür. İslam читается мирный и дружный вера. И это хочет показать İmam Hüseyin. İmam Hüseyin aleyhisselam من قیامının 3 تا سببی olup o sebepler bundan ibaretti. İmam Hüseyin aleyhisselam zulümkar hakime karşı mübarize aparıp onun zulmüne karşı mübarize aparıp ikincisi Kufelilerin İmam Hüseyin aleyhisselama yazdıkları mektuplarına göre İmam Hüseyin aleyhisselam kıyam etti. Üçüncüsü ise emri bey maruf ve nehyaz münkere göreydi. İmam Hüseyin Aleyhisselam vayval для того, чтобы вот за несправедливые руководители, во-первых, во-второй, который из Куфы, из города Куфы, из Ирака, 18 тысяч письма отправили имам Хусейну, что переходи, нам будут руководителем. Второй и третий, который они все рушили закон ислама. Вот. Yani emri bey maruf ve nehyaz münker bundan ibarettir ki, yani yakşılıkla insanları pisliklerden çekindirmek ve yakşılıklara davet etmek. Из-за то, что третий, это есть emri bey maruf. Emri bey maruf то, что людей пригласит на хорошие деяния, и им сказать, чтобы отошли от, далеко стали от плохого деяния. Neyse ki İmam Hüseyin aleyhisselam buyurur ki, innama haraştu li talabil islah fi ümmeti ceddi. Ben ceddi
Rabbimin ümmetini ıslah etmekten ötürü mübarece ettim. Yani ıslah neyin mukabilindedir? İslah zulmün mukabilinde olur. Ha, я пришёл это всё имам Хусейн говорит, что это всё сделал для того, чтобы уммат пророка салаватуллаха был ислам, был честным и справедливым. Ve ondan əlavə istəyirəm bir nöqtəni də vurğulayam ki, Antoine Barre adlı bir Hristiyan alimi olub, özünün bir kitabı var, Əl-Hüseyn fi fikril Məsihi. Был такой писатель Антон Барова. Вот это Антуан Баро, писатель, и он писал про имам Хусейна книгу. А кто он был? А он писатель был итальянец вроде бы. О, бучур не яз. Китабын ады бундан ибаратти ки языр Әл-Хусейн фи фикрил Мәсихи. Яни христиан, бир христианын фикринде ва назаринде имам Хусейн алейхиссалам. Адлы китабын язып ва бу китап бир несе диллерде де тәрҗемә олунмуштур. Он приехал в Кербале, увидел это самое, люди траур делают, и он написал эту книгу. Книга читается ислам, имам Хусейн в глазах христианов. Угу. Христианский взгляд на такую личность в исламе. Бу инсан özü bir gün gəlir İraka, bunun da gəlişi İraka gəlişi Məhərrəm ayına təsadüf eləyir və bir də görür ki, bir dəstə cəmaat qara paltarlar geyinib əzadarlıq eləyirlər, ağlayırlar. Он приехал в Кербалы в месяц Мухаррам и видел люди все траур держит, все одели чёрные одежды и плачут. Və soruşur ki, bunlar niyə qara geyiniblər, niyə ağlayırlar? И почему они одели чёрные, спрашивают. Почему плачут они? Diyirlər ki, bunlar İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq eləyirlər. Они отвечают, чтобы они за İmam Hüseyn plaçır, за траур держит за него. Və soruşur, deyir, İmam Hüseyn nə vaxt dünyadan köçür? И спрашивают, когда умер İmam Hüseyn? Onlar deyirlər ki, pəs İmam Hüseyn əleyhissalam 1400 il bundan qabaq dünyadan köçür. Yəni, отвечают, чтобы İmam Hüseyn умер приблизительно 1400 лет назад. Тәәҗүб элир, дир ки, без 1400 ел буннан кабак көсән инсана да мәгәр аглыяллармы? И спрашивает, неужели 1400 лет человек умер, за него плачет его? До сих пор его вспоминаете? До сих пор его вспоминаете. Вә беләли илән о Италияя кайдыр, вә Италияда бөйük мәсихи епископы илән görüşür, вә орда она дир ки, сез бізе исламнан мәлумат вермисиниз, амма имам Хусейн алейхиссаламнан һеч бир мәлумат вермәмисиниз. Он приезжает в Италию и встречается вот главный у христиан, кто там? Епископ. И говорит, вы нам рассказали про ислама, а про имама Хусейна вы не рассказали. У нас, к сожалению, время очень быстро истекает, какой-то последний ключевой мысль. Он гайдер дир ки... И он говорит, чтобы... Гайдер дир ки, бали, имам Хусейн, о час дир ки... İmam Hüseyin, لو كان الحسين لنا دير bizim İmam Hüseyinimiz yoktur. لوضعنا له منبرا في كل بلدة. Eğer bizim İmam Hüseyinimiz olsaydı biz onun için minberler şehrin muhtelif köşelerinde minberler koyardık. ورفعنا له راية من كل مدينة. Ve onun adıyla bağlı bayraklar bütün şehrin bütün köşelerinde bayraklar kurardık. Ve ندعو الناس إلى مسيحية باسم الحسين. Ve insanların mesihiyeti yani Hristiyanları İmam Hüseyin'in adıyla insanları mesihiyete davet ederdik. Velakinne asafan asafan asafa. Ama teessüf olsun ki bizim İmam Hüseyin'imiz yoktur. Leysa lana el-Hüseyin. Bizim İmam Hüseyin'imiz yoktur. Если был бы у нас İmam Hüseyin и мы за него все тоже держали бы траур, мы тоже флаги за него поставили бы. И подвижников православных было бы еще больше. Еще больше бы. И призвали всех на христианский мир ради имама Хусейна. Жал, что у нас нет имама Хусейна. Жал, что у нас имама Хусейна нет. Понятно. Вот такая история очень такая трогательная, да, прям вот заставляет задуматься. Да, спасибо большое, Рагиб Мамедов, руководитель религиозной организации «Мусульман Шиитов» Кировской области, сиит Анар Мусави Ленкирани, теолог. Спасибо вам большое, всего доброго. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатуху. Владимир Сметанин. Да, продажа заканчивается через 2 недели. «Союз нерушимый» снова в эфире. Не прощаемся. До встречи. До встречи, спасибо. «Союз нерушимый».